Трагический инцидент произошел днем 12 июля на выезде из города. Молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу. В этот момент его сбил Volkswagen. За рулем находился мужчина. Потерпевший скончался на месте происшествия до приезда скорой. Погибшему примерно 20-21 год. От полученных травм он скончался до нашего прибытия. Вокруг собралось много людей, полиции еще не было. Нам пришлось погрузить тело в машину до их приезда. Родственник погибшего, подоспевший на место жуткой аварии, уверял, автомобиль проезжал зебру на большой скорости и не притормозил перед знаком. От удара о капот машины пешеход отлетел на несколько метров. Мужчина с трудом сдерживал эмоции. Пешеход в Арекен блем, пешеход полоса в Арекен, джай гер, брата аккуратно блем. Все это бьякары, разгон каттера, газ, енды басам, не едем басам, бьякары. Я не превышал скорость. Я же знаю, что здесь пешеходный переход есть. Радар установлен. Он резко выбежал на дорогу. Я не успел вовремя затормозить. Зачем ты выдумываешь? Ты мчался на огромной скорости, минимум 90 км в час. Не надо говорить, что не было превышения. Где зебра находится и где следы крови? Здесь он лежал. Человек умер из-за тебя. Ты виноват. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии. Известно, что в момент дорожно-транспортного происшествия водитель был трезв. Мы приносим свои соболезнования родным и близким погибшего.